Строительство жилого комплекса «Виктория» близится к завершению. Возведение объекта, расположенного в самом центре Перми, на пересечении улиц Сибирской и Революции, идет по графику, утверждает застройщик, компания «КС-Строй», входящая в группу компаний «Комстрин». Сдача комплекса запланирована на апрель 2011 года, но квартиры неплохо раскупают уже сейчас. На сегодняшний момент у нас в комплексе продавались не только квартиры, но и коммерческая недвижимость. Коммерческая недвижимость продана полностью, а по квартирам 35%. Итого, если мы говорим о всем комплексе, то продано около 45% площадей. То есть мы считаем этот показатель очень хорошим, и к моменту сдачи должно быть не менее 50% для успешного функционирования уже управляющей компании. В числе партнеров компании «КС-Строй» два кредитно-финансовых учреждения – «Промсвязьбанк» и «Западноуральский банк Сбербанка России». Это обеспечило проекту финансовую независимость на весь период строительства, считает застройщик. Благодаря программе «Ипотечный плюс» Сбербанка России приобрести квартиры «Виктории» можно на выгодных условиях в рамках акции «В десятку». Эта программа направлена на приобретение квартир в строящихся домах или уже построенных, застройщики которых финансировались в Сбербанке России. Условия акции очень выгодны. При сроке кредитования в 10 лет и сумме первоначального взноса в размере 10% от приобретаемого жилья процентная ставка составит всего 10% годовых. В акции участвуют 12 застройщиков Пермского края и компания «КС-Строй» – один из активных партнеров банка. Приобрести квартиру «Виктории» в рамках акции «В десятку» можно до 10 октября 2010 года.